Начались нервирующие песни, меня, например. А концерт подходит уже почти к концу, поэтому ты... Можно нервировать. Да, мы немного что-то с вами. Дорогие друзья, сейчас будет песня, которую я пел очень... несколько лет ее пел в своей аранжировке. А Лера пришла, говорит, давай споем как в оригинале. И вот здесь начались проблемы. Дорогие друзья, автор слов Анатолий Д'Актиль. Автор музыки Николай Минх. Лебедем белым скользя по волне, словно по...